Тяжело в учении, легко в бою. Подразделения областного управления ГСЧС отработали организацию тактику тушения пожара в здании Одесской облгосадминистрации на проспекте Шевченко. Спасатели проверили наличие и исправность ближайших водоисточников, а также доступность путей подъезда в условиях 100% заполнения парковки вокруг здания. Такие учения проходят ежегодно с целью быстрого и качественного реагирования службы спасения на чрезвычайные ситуации разного характера.